Здравствуйте, с вами я, Варченко Виталий. Мы продолжаем наши видеоуроки. Сегодня у нас будет опять четырехударная комбинация. Тоже довольно эффективная, но потребует от вас такой хорошей растяжки, чтобы пробить хай в голову. Ну, в основном акцентированная она, конечно, на руки. И заканчивается таким серьезным ударом в корпус. Тоже можно ее считать нокаутирующей, что удары в печень чисто это очень часто нокаут. Очень такой в печень даже более эффективно в некоторых случаях пробивать, чем в саму голову. Показываю вам всю серию сначала, а потом уже разберем ее. То есть начинаем левой, ай, прямой, и в печень удар. То есть все, суть какая серии? Начинаете с джеба левого, то есть вы стоите на дистанции, левый джеб, бам, у противника ручки сразу сошлись, перекрытие от прямого, все его ожидают, все его ждут, стараются принять, показать себя жестким бойцом. Если он не принимает, а старается уйти назад, это еще лучше для нас. Ну, я вам сориентируюсь на хорошего бойца, который старается принимать удары и ну, умеет держать как бы, защиту. Если не умеет, эта серия закончится намного раньше. Мы пробиваем левый джеб. Раз, он перекрылся. Правый хай потом вставляем, то есть ручки у него ушли. Вместе он перекрывается фронтально. И мы ножкой вставляем сбоку в ухо или в затылок туда ногой аж достаем. То есть если он старается уйти назад, да, после левого джеба он назад отходит, руки опускает, это вообще нога чисто в голову ляжет. И на этом серия уже кончится. Ну мы опять-таки оговорюсь, ориентируемся на хорошего бойца. То есть мы бьем раз, он перекрывается фронтально. Бьем два, перекрывается от хай, ручку на сторону уводит. Мы опять правый прямой ему уже между рук вставляем в голову, четко влаживаемся в него. Он опять перекрывается фронтально, его уже немножко ведет, потому что вы вставляете три акцентированных жестких удара в голову. То есть он уже все, у него все внимание на голове, немножко стряска была, ручки ушли все наверх. И вы отсюда после правого прямого заваливаетесь на левую ножку и отсюда левый в печень апперкот чисто вставляете. Попадете хорошо в печень, бой закончится. То есть суть как бы логическую я вам объяснил, опять всю серию покажу. Левый раз, хай два, прямой три, печень четыре. Все такая жесткая очень комбинация. На короткой дистанции все как бы работает, средняя дистанция. И последние удары уже после правого прямого. Это очень важный момент. Вам надо пригрузить правый прямой, жестко его вставить, чтобы его повело назад и отсюда уже в открытую печень пробить. То есть прямой должен быть такой, чтобы ему хотелось поднять руки или его после вашего удара немножко отбросило назад. То есть корпус выровняло, да, и назад отбросило, чтобы он ровно стал и открыл печень. Если он будет стоять как Вова, да, четко перекрытый, как бы локти перекрыты, ну не пройдет удар. Я пробиваю, да, у него локти стоят, я только в локоть попаду, оно неэффективно. То есть ваш удар должен быть такой, чтобы его выпрямило немножко. И сюда уже в открытую печень пробивать. То есть такие, очень такая хорошая серия. Чередуем руки-ноги. И три удара в голову бросаем, внимание все уводим наверх. И уже последний удар такой жесткий приходится на печень, апперкот. Вы должны именно на него как бы акцентироваться. Но все удары, естественно, делать сильными, для того, чтобы внимание ушло. На этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Счастливо.